Забудьте про беготню по кабинетам за справками и заявлениями. Теперь у вас есть Саби. Все важные документы вы можете получить здесь. Сейчас мы войдем в личный кабинет, оформим отпуск, больничный, отгул, отправим заявление о выдаче справки, распечатаем документ, подпишем инструкцию. Для входа в личный кабинет потребуется регистрация. Воспользуйтесь ссылкой-приглашением, которую вам пришлет работодатель по СМС электронной почте, или авторизуйтесь с помощью данных корпоративной учетной записи. Добро пожаловать в САБИ. Здесь вы быстро подпишете или закажете любой документ с помощью электронной подписи. Заявку на ее выпуск оформит работодатель. Вам останется только подтвердить личность в отделе кадров или удаленно через госуслуги. Не нужно караулить начальника на рабочем месте, чтобы оформить отпуск, отгул или командировку. В САБИ можно отправить заявление в любой момент с компьютера или мобильного. Просто выберите нужный документ прямо на главной странице. Например, оформим отпуск. Введите данные. Нажмите «Подтвердить». Заявление ушло на согласование к руководителю. Когда он его рассмотрит, система уведомит вас о результате. Если возникли вопросы, решите их прямо из ленты. Нажмите «Здесь». Выберите адресата. Введите текст сообщения и отправьте его. Если нужно получить справку или уведомить о смене персональных данных, выберите нужное в блоке «Написать заявление». Вы мгновенно отправите любой запрос в отдел кадров или бухгалтерию. Например, подготовим справку о доходах. Укажите период и способ получения. Нажмите на «Выполнение». После того, как ответственный сотрудник рассмотрит заявление, САБИ пришлет уведомление, где и когда можно забрать документ. Хранить документы в специальном ящике больше нет необходимости. Они всегда доступны в системе. Нужен трудовой договор? Перейдите на вкладку «Кадровые», найдите «Прием на работу». Здесь прикреплены все документы о приеме на работу. Хотите распечатать? Не проблема. Не надо бежать к руководству, чтобы поставить подпись и печать. Все они уже есть в документе. Не нужно идти в отдел кадров, чтобы поставить подпись под очередной должностной инструкцией, приказом или кадровым документом. Вы не пропустите ничего важного. Прочитайте документ и нажмите «Подписать». Система переместит его в раздел «Подписанные». Вы сможете вернуться к нему в любой момент. Не страшно, если под рукой нет компьютера. Все функции САБИ доступны и в мобильном приложении. Перейдите в раздел «Документы». Отсюда вы быстро оформите больничный, отпуск, напишите заявление или поставите свою подпись в документе. Например, вам пришло уведомление о том, что заявление на отпуск рассмотрено и одобрено. Ознакомьтесь с вложением и в один клик поставьте подпись. Готово! Все данные ушли в бухгалтерию. Получайте любой документ за пару кликов в САБИ.